Так, вот она, ребят, глухая деревня, называется Дебри Липецкой области. Покрутили, покрутили, повертели, повертели. И мы с вами идем гуляем. По тропиночке найдем. Никого нет, и вот такой домик. Мы сейчас к нему подойдем, посмотрим. Прям вода просвечивается. Так, вот она, ребят, глухая деревня, называется Дебри Липецкой области. Идем мы с вами по ней. Сейчас посмотрим все достопримечательности. Сейчас покажу вам колодец, покажу все, что здесь есть. Смотрите, настоящий такой колодец деревенский. Можно открыть крышечку, забросить туда, ведерочко опустить. Вот так раз. И начали набирать водичку. Покрутили, покрутили, повертели, повертели. Настоящая деревня, ребята. Вода там есть вон на дне. Все есть. Вам для интереса показываю. Такая деревенька. Вон еще люди. Тоже вон на колодце копают что-то. И вот здесь, видите, какая красота. Настоящая деревня. И мы с вами идем, прогуливаемся. Сейчас все посмотрите. Поля, луга. Выйдем туда, некоторых людей. Местных уже почти не осталось, там уже самый старенький бабушка. В основном все дома покупают. И там из Москвы кто-то приезжает, как дачи держит, кто-то еще. То есть деревня уже чуть-чуть отмирает, и в основном, конечно, все приезжие. Вот, например, домик сейчас я вам покажу. Смотрите. Видите, палаточка стоит. Люди живут там, отдыхают. Такой шатер натянутый. Настоящая деревня. Мальчишка на велосипеде едет. И мы с вами идем гуляем. Посмотрим все, что здесь есть. По тропиночке дойдем. И посмотрим. В общем, идем дальше. Вот еще один интересный домик такой деревенский. Стоит, видите, вот поля, как бы зелень вокруг. Никого нет, и вот такой домик. Видите, белый побеленный такой еще, крыша металлическая. Он из красного кирпича сделан, но, конечно, весь побеленный. Такая небольшая верандочка такая. Антенка вот там висит. Настоящий деревенский домик в деревне Дебри Липецкой области. Идем дальше. Очень красивый домик вот с этой стороны. Посмотреть колодец, знаете. Вот реальная Россия. Это уже никакая не заграница, не Европа. Так живут в российских деревнях и в современном веке. Вот старый вообще дом разрушенный. Так вот устроена Россия. Так, приближаемся к какому-то интересному месту. Зашли в проход в деревне. И где-то там вдалеке должна быть река. Вот попробуем сейчас к ней подойти. Посмотреть, есть ли там река. Там должен быть мостик такой переходной. Деревянный, самодельный. Кажется, вот есть. Я уже увижу. Мы сейчас к ней подойдем, посмотрим. О! Все в камышах, все зеленое, вся речка. Все заросшее. О, вот он мостик. Красота деревенская. Кайф, ребята, кайф. Речка мелкая, дно вижу. Мы с вами попробуем, кстати, опуститься на дно. Гляньте, прям вода просвечивается. Сейчас я вам с левой стороны все покажу. Камыши, вода чистая, гляньте, водичка. Вот там рыбки вон плавают, видите? Много-много рыбочек. И с этой стороны песочек. Можно искупаться, кстати. Попробуем.
Я думаю, мы с вами попробуем сейчас искупаться. Итак, ребята, сейчас мы спрыгнем с моста. Итак, ребята, вот такие вот у нас приключения. Вот она, деревня. Классно мы с вами посидели, отдохнули, полюбовались на эту природу. Видите, вот водичкой поплескали здесь, тут речка у нас, все, деревья. Красота. Я вас всех люблю. Отдыхайте на природе, тоже познавательные вещи, интересные места. Всем желаю удачи. Говорю пока, до свидания и до новых встреч. Бум!